Всем привет, зрители и подписчики канала Games APS. Это игра Murder Soul Suspect, которая вышла в Steam вот буквально только что. И надеюсь, вам понравится это прохождение. Я, честно говоря, игру не ждал и узнал о ней буквально несколько дней назад. Мне об этом сказал хороший человек по имени Red Fox, за что ему отдельное спасибо. Мир Murder Soul Suspect опутан паутиной тайны и скрывает немало загадок. Здесь все происходящее имеет для героя особенный смысл, а до улик не добраться привычными способами. В роли детектива Ронана О'Коннора, чья жизнь оборвалась при встрече с безжалостным убийцей, игрокам предстоит взаимодействовать с сумеречным миром. Ну, игрокам это, по всей видимости, мне да вам. Душа Рона не сможет успокоиться, покуда не свершится правосудие. Добиться правосудия герою помогут новообретенные мистические силы. В общем, все в лучшем духе такого детектива, когда умирает чувак и всеми своими суперспособностями старается сделать что-то новое. Музыку в игре, как обычно, я отключаю, потому что YouTube не любит этого дела. Будем надеяться, что он, в принципе, адекватно отнесется к этой игре. Если вы помните фильм «Призрачный патруль», он вроде совершенно недавно появился, там некая подобная задумка была, потому что умер тоже детектив, убил его напарник, вот, и после этого ему предложили работать в этом самом «Призрачном патруле», ловить неуспокоившихся духов. Но здесь немного другая ситуация, здесь, в принципе, сверхъестественные силы будут помогать нам, как я понимаю, ловить живых преступников. Ну что ж, давайте меньше будем говорить, а больше играть. Надеюсь, вам понравится, приятного просмотра. Серийный убийца наводит ужас на жителей Тихого Салема. В последнее время на месте совершенных преступлений всегда обнаруживается рисунок. Поэтому полиция дала маньяку прозвище «Звонарь». Из беседы с пресс-секретарем департамента полиции Салема мы что узнали, означает изображение колокола от магазина. Рисунок колокола, о значении которого полиции пока ничего не известно, стал своеобразной визитной карточкой маньяка. Очевидно, что между жертвами нет ничего. Так у вас нет зацепок? Ни одной? Если ты вырос на улице, то уверен, что очень крут. Тебе некого бояться и нечего терять. Но идешь брать какого-то урода, и вдруг понимаешь, ты не такой уж крутой. Что это за имя, Рон? Он спёр мой кошелёк! На что ты стал взрослым? Мам, мне больно! Ты угнал мою тачку, и ты ответишь за это! Арестованы за нападение и избиение. Признан виновным по двум эпизодам угона. Виновен в ограблении, крупном хищении и вооруженном нападении. Самострельчик. Я свою сестру черти за кого не отдам. Ясно? Согласна. Еще как согласен. Нет. Нет, Джулия. Не уходи, слышишь меня? Джулия. Нет, не умирай. Не умирай. Вся семья плотная, клеймо ставить некуда. Получил жетон, думаешь, стал чистеньким? Бандитская морда. Давай полегче, старик. Ладно, не дури. Не знал бы тебя, подумал бы ты смерти ищешь. Повернулся. Ты арестован.
прям перед глазами вся жизнь пронеслась. Офигеть. Слушай, да ты жив, по-моему. Я жив. Стой, где стоишь, урод. Я сейчас тебя устрою. Ты имеешь право хранить молчание. Так, единственное, что я хочу сделать, это, наверное, немножко тише сделать общий уровень звука. Наверное, где-то так вот. Потому что сильно громко если все же. Если выкидываешь копа из окна, то будь готов к тому, что он тебя вздрючит. Да, так-то есть такое дело. Играю я на контроллере от Xbox 360. Так, давай, братан. Чё-то тебе как-то не очень хорошо, мне кажется. Ну, первое впечатление, конечно, очень эпичная заставка. Все очень круто. Так, открываем. Чёрт. А ты что думал? Зараза, ручку заклинило намертво. Охренеть. Бабка, блин. Ты что делаешь? Боже. Нет. Походу дело. Нет. Вы все сами поняли уже. Так, чего? Ага, коснуться лица. Да он жив же еще. Братан, давай, ложись я в него. Жив. Как во я всех лучших исправлю. Традициях фильма. Надо только вернуться в тело тогда. Да, братан, тогда, именно возможно, так. Я очнусь. Да, именно так. Давай. Так, чего? А. Так, как-то так, наверное. Ага, есть нога. Теперь рука. Хорошо, рука двигается, отлично. Башка. Давай, ты сможешь. Ну, еще чуть-чуть, и нормально. Так, ведь кто-то слышал звон стекла. Ну, должна же приехать скорая. Опа, а это тот товарищ, который нас выкинул. Скорее всего. Нет. Но он же его не видит, получается, да? Ну да. Призрак он для него. А, ничего ты не сможешь сделать, походу. Офигеть. А с ним что происходит? Все, откинулся. Ghost, man. Ты призрак, чувак. Эй! Стой ты! Стой, сволочь! Да он же тебя не слышит. Че, походу все? Новая задача — идти на свет. Ну, да. Ладно, идем на свет. Ронан. Офигеть. Вокруг там, вон, видите, тоже фигуры всякие стоят. Походу, призраки. Ронан. Это его жена. Не верю, что я тебя нашла. Боже мой, Джулия, не думал, что когда-нибудь тебя увижу. Отлично выглядишь. Бывало лучше. Господи, как же я скучал. Я бы все отдала, чтобы быть с тобой. Снова быть вместе, но... Но что? Нет. О, нет, только не это. Если ты не здесь, то где же? По ту сторону моста. Моста? Какого моста? Ты сейчас в тюрьме.
или на мосту, называй как хочешь. Так или иначе, это опасно. Понимаешь, ты должен перейти через мост. Перейти мост. Перейти? Туда, где ты? Не думай обо мне. Ты кое-что не завершил в своей жизни. У нас мало времени. Думай, что ты не успел закончить. Я не знаю. Так выясни это. Ну иди. Нет. Джулия, один раз я уже лишился тебя. Прошу, прошу, не покидай меня. Мы еще увидимся. Сейчас спасай себя. Нет, 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 Джулия! Не уходи, Джулия! Черт! Алло? Тут около Ригл человек застреленный лежит. Весь в крови. Пришлите скорую. Не дышит. Что-то как-то рановато вы. Говорит, вернее, поздно вы прибежали, ребят. Там повсюду битое стекло. О, и кровь. Черт. А еще за вами призрак. Да, я не буду отключаться. Эй, парень, ты меня слышишь? Да не слышит он тебя, ты же призрак. Дамочка, пожалуйста. Ну, давай, думай. Черт. Думай, братан. Ты же призрак. Выруби свет. Так, а там чего? Эй, ты. Эй, слышишь? Офигеть. Вернись. Видели? Идти на свет так. Подожди, я хочу это посмотреть. Я никогда не видела покойников. Да ладно. Ладно, окей, хорошо. Так, что это тут такое? Вроде как, да, архитектура не соответствует. То есть тут какие-то старые времена, по ходу дела. Проход сквозь объекты. Призрак может проходить сквозь стены. Ну, это понятно. То есть вот этого здесь явно нет. То есть тюрьмы, видите? То есть он об это цепляется. А здесь... Да, скорее всего, это тюрьма какая-то. Ну, то есть старые какие-то постройки. Их здесь быть не должно, как по всей видимости. Круто. I'm a ghost. Так, чё, куда? За этой девочкой идти? Офигеть. Эктоплазма, блин. Главное, чтобы охотники не приехали. А бежать ты можешь? По всей видимости, нет. Так, а здесь чего? Тоже насквозь пройти? Нет. То есть это объекты, которые, скорее всего, такие же призраки, как и я. А, вот здесь он может проходить там, где есть вот такие вот пометки. Сияние своеобразное. А девочка-то тоже призрак. Эй, ты чего убегала? Надоело. С новенькими столько возни. Ничего личного. Сквозь стены бегаешь, вещи откуда ты берешь? Ты здесь не первый день. И знаешь, как тут все устроено? Устроено? Здесь никаких особых сложностей нет. Разберись со своими дарами. Повезет, спасешься. Так, какие дары ты имеешь в виду? Как я вообще здесь застрял? Что дары ты такое знать? Дело. А ты кто? Похоже, ты здесь не первый день. Я? Я такая же, как ты. Но поверь мне, это совсем не игра. Можешь лишиться будущего по своей вине или по воле другого. Так, а что такое? Как я могу мне остаться казалось, без будущего? У тебя были вопросы. Да-да-да, как я могу остаться без будущего? Я... Прости, но я что-то не совсем тебя понимаю. Как я могу остаться без будущего? Ты должен что-то завершить. Не сделаешь этого, не сможешь уйти. Не бойся, таких тут много. Много? Рехнуться можно. Да уж. Новая улика. Информация. Давайте посмотрим. Так, улики. Здесь собраны все улики по делу. Чаще обращайте
к этой информации, чтобы не упустить что-то важное в расследовании. Хорошо, если я не закончу свои дела, то могу застрять здесь навсегда. Понял. Так, ну это мои текущие дела. Так, дополнительные дела. Проходит сквозь стены, веселье. Призраки способны вселяться в живых и смотреть на мир их глазами, подслушивать их разговоры, влиять на мысли и действия того, в кого вселились. Прикольно. Навыки сыщика. Навыки сыщика напрямую зависят от количества заработанных вами жетонов. Чем больше у вас жетонов, тем выше опыт расследования. Понятно. Так, ну это мы уже видели. Не стесняйся. А кто такие другие? А кто это может лишить меня будущего? Демоны. Те, кто утратил человеческое обличье. Смысл их существования — поглотить тех, кто сюда попадает. Таких, как мы. Ясно. Так, понятно. Своеобразные стражи. Демоническая угроза. Давайте почитаем. Если не буду осторожен, демоны меня уничтожат. Понял. Так, что какие ты дары молчишь? Ты имеешь в виду? Что еще за дары? То, что ты хорошо умел делать при жизни. Теперь в этом твоя сила. Есть дары уникальные, есть обычные. Вселение, влияние на людей, умение воссоздавать любые призрачные объекты и заставлять их исчезать. Прикольно, чё. Способность становится даром. Так, а почему я не могу проходить через все подряд, собственно-то? А дверь ударился, а через все другое прохожу. Хм. Почему? Странно, я думал, везде смогу ходить. Мы не можем войти в дома, которые жители Салема осветили. Только во что-то открытое. В дверь, например, или в окно. А в самом здании ни стены, ни двери для нас не преграда. Но проходить через светящиеся призрачные объекты мы не можем и там. В свое время ты сам все поймешь. Ну, спасибо за информацию. Так, способности призрака. Обычные навыки и способности остались у меня и после смерти, но к ним добавились уникальные. Понятно. Значит, надо выяснить, кто меня убил, и остановить его. Только тогда я отсюда выберусь. Ну? Удачи тебе. Спасибо, девочка. Как тебя зовут-то постой, хоть? Постой, я еще хочу кое-что узнать. Упс, что за фигня? Будь осторожен. Никогда не знаешь, что тебя ждет. Демоны, что ли, полезли? Ладно, увидимся. Так, хорошо, незаконченное дело, давайте почитаем. Тот, кто хладнокровно меня застрелил, может, я должен разобраться с ним? Ну, скорее всего, так оно и есть. Так, хорошо. Текущая задача — вернуться, где меня убили. Понял. Ну, видите, то есть... Да, скорее всего, девочка сгорела в этом здании, потому что, видите, здание призрачное, оно горит. Скорее всего, так оно и было. Ну, мне так кажется. Так, там скорая приехала уже, блин. Надо быстрее бы туда добраться. А бежать призрак не умеет, да? А летать ты можешь? Так, чего? Ладно. Не знаю, что это значит. А, вот. Теперь я могу бегать, да? Неудобно бегать на самом-то деле. Не очень хорошо на эту кнопку, но ладно. Ну, то есть на правый, на левый курок. Так, перейти. Да, я хочу перейти в город. Собственно, вернуться на то место, где я умер. Где умер мой персонаж. Видеть же полиция свой собственный приехала. Труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам, а где твое отражение.
Не привык еще. Да ты красавец, Бакстер. Залапай все улики. Подмогу? Подмогу не надо. Ну вот засранец, смотри. Зря ты прикидывался одним из нас. Да, какой же ты был тупорылый. Сэр? На тебе, засранца, кусок. Эй, эй, ну-ка давай, свидетелей опроси. Ну? Ага. Это, по всей видимости, тот это наш друг. Это я тупой. Это не ваш участок, лейтенант. Пожалуйста, не мешайте нам работать. Да, участок не мой. А дело мое. Завтра оно будет моим. И послезавтра. Пока не схватим его. Запомните это, сержант. Я лишь выполняю приказ капитана. Вы знаете, родственникам нельзя. Ладно, ладно. Можете не торопиться. Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач. У меня есть одна просьба. Скажи Джулии, я скучаю. Она знает, Рекс. Это, скорее всего, брат знает. Джулии. Я должен найти моего убийцу по свежим следам. Не вопрос. Так, выйти на след убийцы. Мне нужно исследовать здесь все, что только можно, и постараться узнать что-то новое. Окей, давайте попробую начнем. Попробую заглянуть в блокнот Стюарта. Что там им известно? Так вы видели мужчину в капюшоне? Да. Видела. Он убил того человека. Вот бы узнать, о чем они говорят. Ну, я думаю, ты как надо призрак выяснить. Можешь это Может, сделать. Может, они уже что-то раскопали, а я не знаю. Так, при проведении расследования вы должны искать улики, осмотреть подозрительные предметы и взаимодействовать с людьми при помощи вселения. Отлично. Так, изменение вида. Надо бы изучить эти улики. Мне нужно найти здесь улики. Понял. Вот как-то так. Стреляные гильзы. Ну, это понятно. Это я уже видел. Так, что у нас есть еще? Пистолет, с которого меня застрелили. Притом его же запасной ствол. Окурок. Да, последняя сигарета. Так, ну этого ничего не касался на самом-то деле. Ух ты. Чтение мысли, покинуть тело. Так, ну-ка, давайте почитаем его мысли. Господи, Ронан. Даже посмотреть туда не могу. Понятно, ты у нас боегуз. Давай в тебя. Не могу поверить, что прямо там лежит труп. Есть такое дело. Здесь никто ни за что не отвечает. Понятно, эти товарищи ни о чем не знают. Так, давайте заглянем в блокнот сержанта. Так, при вселении в людей вы смотрите на мир их глазами и получаете дополнительную информацию, позволяющую продвинуться в расследовании. Понятно. Так, хорошо. Рексу срочно нужны результаты экспертизы пропавшей жильцы Кассандра Джой. Обнаружено только оружие Ронана. Так, значит, другого оружия на месте преступления не нашли. Он застрелил меня из моего же пистолета, потому что сам оружие не носил. Так, хорошо. Какая информация наиболее важна? Эх, блин, я, наверное, не то выбрал.
Так, а еще раз можно? Эх, наверное, уже нельзя. Черт возьми, придется искать новую улику. Так, изучить тело свое же. Это слишком. Ну да, есть такое. Так, осколки стекла. Осколки, просто осколки. Так, давайте посмотрим информацию. Так, осколки стекла, хорошо. Так, моя смерть. Осмотреть место преступления. Меня избили, выбросили из окна и застрелили. Кем бы ни был убийца, он точно ждал моей, желал моей смерти. Так-то да, так, убийца застрелил, это мы знаем. Сигарета. Отлично. Так, запасной ствол не помог мне. Гильзы. Убийца выстрелил меня несколько раз нагло, у всех на глазах. Есть такое дело? Так, хорошо. Не знаю, что и сказать. Ну почему со мной такое происходит? Не хотела прийти домой, поужинать. Влияние. Так. Моя смерть, оружие убийцы. Ага. Так, это что у нас? На это нельзя повлиять. Гильзы. А что ты видела про смерть? Меня избили? Так, хорошо. Оружие убийцы. У меня нет нужной улики, чтобы ответить на этот вопрос. Вы в порядке? Даже не знаю, мя. Что я вообще здесь делаю. Надо пойти домой, лечь в постель, укрыться одеялом. Так, чтение нужно мыслей. Каким-то образом ее успокоить. Тогда она точно все вспомнит. Родных. Простите? Не могу поверить, что на меня такое свалилось. Так, это ну, просто... ее нужно каким-то образом так. Успокоить. Будь терпелив с ней. Она взволнована. Понятное дело, не привыкла к подобным зрелищам. Так, короче, понятное дело. Влияние. Так, что это у нас такое? Не могу на это повлиять. Так, сигарета. Да, уж понятно. Опять что-то делаю не так. Ну и ночка, а, Робинсон? Да. Охренеть. Рона, не верится. Не пойму, что он вообще здесь делал? Нарывался. Был звонок, кто-то видел, как в этот дом вошел звонарь. Ронан помчался туда, не дожидаясь подмоги. А дальше звонарь решил проверить, нет ли у Ронана крылышек за спиной. Какой-то ты подозрительный, братан. Семь ты... пуль, прямо в грудь, правда... в упор. Ты все никак не уймешься, Бакстер. Ты его татухи видал, все это дерьмо тюремное. Не был он никаким копом. Да, живешь как вор, сдохнешь как вор. Он был одним из нас, кретин. Так, ваши способности влиять на человека зависят от количества улик, которыми вы располагаете, понял? Так, хорошо. Ну, давайте еще раз попробуем вселиться. Пушка, последняя сигарета. Я даже не знаю, о чем ее спросить можно. Что пробудит в ней воспоминания? Звон стекла, скорее всего. Возможно. Может и нет. Нет, не поможет. Да, а у меня уже нечего, да? Сигарета. Гильзы. Звонарь. Да, это что-то нужное. Видела. Мужчина в капюшоне. На улице. Он смотрел на окно квартиры на четвертом этаже. Так, четвертый этаж, хорошо. Куда шел убийца? Что ж, теперь можно попробовать подняться наверх. Вывод. Убийца пришел сюда не просто так. Что он искал? Да, кажется, время подняться на четвертый этаж. Остались улики. Вот она, моя дверь, и она закрыта. Шикарно. А вот это вовремя. Надо. Ух ты, еще один призрак. Спортом.
Ну-ка, ну-ка, подожди. Ты кто? Минутку. Мне что, теперь каждый раз надо ждать, пока кто-то откроет дверь? Ну да. Они тут половину здания осветили. И попасть в них не так-то просто. Но когда ты уже внутри, все, никаких проблем. Выходить будешь так же в открытые двери, в окна. Куда угодно, без проблем. И много здесь таких зданий? Здесь-то? Да других и нет. Не волнуйся, ты привыкнешь. Ага. Так, отлично. Можно зайти? Так, да, я хочу перейти в квартиры. Сержант, вернитесь на место преступления. Вас понял. Опа, что это за хрень? Там только что стояла какая-то огромная хрень. А, это ты? Не послышалось? Ты чё тут делаешь? Стой. Иди сюда. Поговорить надо, стой. Братан. Эй. Чёрт. Ты до инфаркта довести меня хочешь? Да ты и так уже умер, нет, по-моему. Нет, конечно. Просто... Боже, это риторический вопрос. Ну же, чего как не родной? Оглядись, что ли, не знаю. Пошпионь. Никто же не остановит. Дэм. Чего ты тут торчишь? Иди развлекайся. Понятно. Да, быть призраком, конечно, прикольно. А я могу на компьютер повлиять, нет? Нет, я могу только сквозь него пройти. Windows, теперь ты знаешь, что такое сила призрака. Я уверен, что ты все видела. Да. Это твоя особенность. Ты всегда подглядываешь. Всегда суешь нос не в свое дело. Так, здесь уже про рассказывают про новости. Так, подожди, стоп. А, мне нужна квартира, вот которую я зашел, да. Так, а здесь дверь. А, могу пройти. Стены, окна. Здесь не пройти. Прачечная. А это что такое? Взорванный котел. Да, взорванный котел. В Саломе множество разнообразных объектов, достойных тщательного изучения. Также простой обрывок бумаги может много поведать о городе и его жителях. Понял. А, то есть это событие, которое произошло здесь, скорее всего, и после этого получился вон тот призрак хорошенький такой. Так, что у нас имеется здесь? Давайте поговорим. Ничего не понимаю. Только бы найти его, тогда хоть пойму, что произошло. Я уже везде... Похоже, ты потерялась. Нет, потерялось мое тело. Я знаю, что меня убили здесь, но как бы глупо это ни звучало, мне станет гораздо легче, если я найду свой труп. А вы, кажется, детектив? Можете помочь? Да, детектив. Подозреваешь кого? Это поможет найти тело. Я знаю, что это были старики. Такая пожилая пара, живущая в этом доме. Остальное... Остальное как в тумане. Я же тогда принимала наркотики. Да уж. Да, тебе и правда может потребоваться моя помощь. Я попробую прощупать местных стариков. Прощупать стариков. Загадочное убийство. Давайте посмотрим. Так, ей кажется, что ее убили соседи, пожилая пара. Мне нужно добыть какую-нибудь информацию о пожилых людях. Так, это у нас дополнительные дела, да, я так понимаю? Так, нет новых улик. Полицейские еще не вышли на след моего убийцы, нужно смотреть квартиры. Квартиры на последнем этаже, понял, звонарь. Я прибыл сюда, так как свидетели сообщили, что видели здесь звонаря. Но это я понял, да. Так, незаконченное дело. Тот, кто хладнокровно меня застрелил, может я... Так, ну это я уже читал, в ловушке. Так, это понятно. Так, хорошо, давайте попробуем помочь вот этой барышне, раз такое дело.
будем пробираться наверх и, соответственно, помогать всячески, я так понимаю. Так, сюда я тоже могу пройти. А, ну, в принципе, это... Что? Бассейн? Тут есть бассейн? А, нет, не бассейн. Так, вот еще кусок. Необходимо еще 5 до полной картины события, понял? Скорее всего, возможно, сюда? Нет, сюда я не пройду. Бильярд. А можно шарик бросить? Я же призрак, блин, ну. Так, что-то я упускаю, нет? Здесь больше вроде ничего нет. Так, хорошо. Старики, старики, старики. А где же могут быть старики? Я здесь их пока не видел. Так, надо не потеряться в этом доме. Так, собственно, вот прачечная. Значит, давайте пойдем сюда. В эту квартиру зайдем, вернее. Давайте сначала сюда зайдем. Квартира 1А. А, вот что-то есть. Предупреждающий плакат. Давайте посмотрим. Полиция не подтверждает, что недавнее убийство – дело рук маньяка. Однако советует жителям не выходить из домов по ночам и запирать двери. Так, понятно. Это, походу, вы. Что им известно об убийстве девушки в прачечной? Походу, вы. Ну, давайте посмотрим, о чем вы знаете. Глазеет в окно. Зачем, спрашивается? Ну-ка, что ты знаешь об этом? Грейс ударила, и девочка рухнула, как подкошенная. До сих пор не верю, что она мертва. Все случилось так быстро. Грейс натурально просто взбесилась. Наверное, из-за бессонницы. Ну вот, слава богу, все кончилось. Наконец-то я спокойно посмотрю телевизор. Так, хорошо, то есть... Все-таки виноваты в этом вы. Пропала. Так, что у нас тут? Девушка, и это исчезновение одно из многих в ряду подобных. А сейчас... Найти прямо ответы? Нет, я еще пока не уверен, что смогу найти ответы. Так, ну-ка. Вот перестану жратву ему таскать. Может, заметит наконец тогда, что меня тут нет. Да уж. Так, что ты знаешь об этом? Наконец-то тишина и спокойствие. Эти ее вечеринки. Как тут заснешь, когда так грохочет музыка? Кажется, она была наркоманкой. Уолтер так устал, что едва не заснул по дороге, хотя до каменоломни Смитвика всего 5 миль. Удивительно, как ему удалось раздобыть болторез посреди ночи. Но, по крайней мере, музыка теперь не орет. И мы можем поспать. Охренеть. Нет, только гляньте на этого жалкого типа. Даже с кресла не приподнялся. Понятно. Кресло ему дороже меня. Короче, труп, скорее всего, на каменоломне. Давайте-ка вселимся в нашего дедушку. Узнаем, что он... А, уже все. По телевизору улицу гораздо лучше видно. Уже все, ладно. Ну хорошо, относительно мы узнали некоторые вещи. Можно еще обойти квартиру, посмотреть, возможно, что-то еще есть. Так, здесь у нас нет ничего. Тут что? Ванная. Ну, в ванной точно ничего нет. Так, давайте найдем ответы. Похоже, старик имеет какое-то отношение к убийству девушки, но зачем ехать на до самой каменоломни Смитвика? Давайте посмотрим. Тайна старухи, во. Вроде зеленая, правильная. Видать, Грейс достали девчонки на вечеринке. Она ее убила и заставила мужа спрятать труп в каменоломне Смитвика. Надо вернуться и все рассказать. Пропала юная девушка, и это еще. Так, а это что такое? А сейчас, прямо на глазах шокированных обывателей. Садовый инструмент. Так, хорошо. Лопаты, перчатки, удобрения, хобби или убийство?
можно как-то дополнить каким-то образом? Скорее всего, нет. Да, скорее всего, нет. Ладно. Идем, расскажем бедной девушке о том, что с ней случилось. Надеюсь, поможет ей как-то успокоиться. Найти свое тело. Так, куда идти-то? Вроде здесь где-то, да? Так, вот Лендри, прачечная. Значит так. Ты не можешь найти тело, потому что в доме его нет. Оно в каменоломне Смитвика, в 5 милях от города. О, а за что меня так? Твои вечеринки не давали им спать. В конце концов, они рехнулись от усталости. Мне казалось, что они просто по-стариковски ворчат. Не знала, что они пойдут на такое. Спасибо за помощь. У меня словно гора с плеч упала. Да без проблем. Знаете, я копов всегда терпеть не могла. Цеплялись ко мне, поучали всю дорогу. Мы жизнь понимали по-разному. А тут вдруг вы помогли. Может, если б я тогда их послушала, все сложилось бы по-другому. Но вам спасибо. Так, то есть, ага, вот она нашла то, от чего умерла, и, соответственно, спаслась. Так, окей. Сюда нельзя. Мне нужна лестница. Они могут услышать тебя и через потолок. Ого. Внезапно так. Так, хорошо, то есть сюда. А, вот, собственно, здесь. Так, это что у нас такое? Кофточки. А шум какой постоянно стоит. Я прекрасно знаю, ты этого не любишь. Так, что это такое? А знаешь, что еще? Газетная статья. Давайте почитаем. За последние месяцы в Салеме возросло число убийств, однако городской департамент полиции отказывается признавать эти убийства серийными. После нескольких месяцев последние несколько месяцев выдались тяжелыми. Прокомментировала ситуацию представитель департамента полиции Салема Ингрид Ларсон. Но делать какие-то либо умозаключения по поводу этих убийств и тем более связывать их друг с другом безответственно. Мы тщательно расследуем каждое дело и делаем выводы только на основании улик. Ну да. Так, хорошо, понятно. Они там как будто мертвых воскрешают. Кстати, о мертвых. Я слышал на улице стрельбу. Боже, когда она уже отсюда съедет? Ты меня слушаешь? Ты вообще о чем? Ты должна меня слушать. Моей внучке нужен дворик. Где ей играть? На улице? Внучке? Что-то ты как-то на дедушку не похож-то. Гасу нужны друзья. Всегда готовые слушать его болтовню. По-моему, вы просто так здесь стоите и не несете никакой смысловой нагрузки. Так, что значит эти значки? Походу просто... А, вот еще смотрю, улика. Так, до полной картины событий. Могила утопленника, нифига себе. Так, хорошо. Нифига себе символов. Опять эта девочка. Эй, как это получилось? Это я сам? Эй, вернись! Эти записи не для тебя. Супер. Похоже на какую-то головоломку. Так, надо подняться на 4-й, пока полиция улики не выгребла. Это да. Так, хорошо, а что это за ересь-то такая? О, как прошел сквозь стену, нормально, здесь никого. Так, это я, получается, только на 2-м этаже, да? Second floor. Да, second floor. Так, лестница, двери, понял, правильно пришел. Охренеть, смотрите. Сделано довольно круто. В лучших традициях подобных жанров. Так, 2Б, давайте зайдем сюда. Так, ты вообще кто такая?
Что здесь делаешь? Может, она ест слишком много сахара? От него же дети не спят, так ведь? Понятно. Так, здесь у нас вроде ничего полезного нету. А телевизор-то у нас чего? Просто смотреть его можно или что? Так, здесь точно ничего нет. А это что у нас такое? Духи? Походу, это просто какие-то духи не успокоившиеся или что-то типа того. Так, ты кто вообще? Почему ты в шкафу? Как такой монстр, как ты, оказался в детском шкафу? Ее отец серьезно прокололся. И меня послали ускорить дело. Все просто. Похищение, угроза отцу, деньги и свобода. Ах ты засранец. Что пошло не так? Да папочка решил поиграть в героя. И у него получилось. Его убили, вот что получилось. Если ты его убил, то что стало с тобой? Мои хозяева никому не давали второго шанса. Но, похоже, у меня он будет. Просто нужно подождать. Смерть за каждым приходит, даже за маленькими девочками. Ах ты говно. Друг мой, кроме времени у меня ничего нет. Так, понятно. А здесь, походу, под одеялом маленькая девочка, которую он постоянно пугает. Надо бы его отсюда выгнать каким-то образом. Я даже не знаю, как это сделать, правда. Но, скорее всего, у меня будет такая возможность в дальнейшем. Так, понятно, эту квартиру я уже посмотрел. Так, а что у нас? Что у нас за этой стеной? Так, за этой стеной у нас тоже жилье. Блин, тут оно, конечно, все так запутано. Не очень понимаешь, куда нужно заходить, когда можно зайти, по сути, куда угодно и выйти также непонятно откуда. Так, ну вот эти, блин, символы, офигеть. Так, давайте в эту зайдем. Так, мальчики, делайте ставки и надейтесь на удачу. Понятно. Это точно, приятель. Так, необходимо еще три до полной картины событий могилы утопленника. Ну, какой-то элемент случайности всегда есть. Обучусь. Можно как-то подосрать тогда игру я им? Не смогу отбирать. Я хотел бы ей поддаться, но она все равно сама выиграет. Понятно. Делайте ставки, Нет. Бедняги. А ведь раньше я думала, что в покере все зависит от случая. По-моему, ты махлюешь. Ждешь, когда все помрут от старости? Умно. Спокойно, малыш. В следующий раз ты ее сделаешь. Понятно, у вас просто мирные посиделки без каких-либо последствий. Знаешь, мне ведь завтра. Ну или последствия будут позже. Но если вы понимаете, о чем я. Так, компьютер стоит, лампочка. Ванная, туалет. Так, опа, а ты, что это было? Что это только что было? Сидящий призрак, который взял и исчез просто. Так, окей, сюда мы заходили уже, да? Да. Так, здесь у нас, кажется, ничего нужного нету. Хорошо, продолжаем идти дальше. Так, сюда я заходил. Нет, сюда я, по-моему, еще не заходил. А не, заходил. Квартира, где в шкафу спрятался злой призрак. Так, лестница на третий этаж. А, что это за херня? Офигеть, ты демон, что ли? Ни хрена себе. Ты чьих будешь, братюня? Нифига себе. Чё за хрень? Демоны, если вы себя обнаружите, демоны начнут на вас охоту и уничтожат. Если вы скроетесь среди призраков, призрачных следов, демоны потеряют вас из виду.
укрыться. Вы можете менять укрытие, чтобы спастись от демонов, понял? Так, хорошо. Нужно перемещаться по этим укрытиям. Спасение от демонов. Если демоны на некоторое время потеряют вас из виду, они прекратят поиски. Так, понятно. Демоны рядом. Удерживайте РБ, чтобы видеть демонов сквозь стены. Приближайтесь к ним осторожно. Так, вон этот засранец. Прямой репортаж из Салема вела Моника Чейз. Ваш глашатай правды. С вами Моника Чейз. Так, хорошо. Жестокое убийство повергло место... То есть я могу выходить отсюда, да, уже? Тихий городок потрясла серия смерти. Так, ну этот засранец здесь стоит, и я ему, по идее, сделать ничего не смогу, да? Вон он. Так, и что с ним делать? Как его обойти-то? Так, ну смотрит он, по идее, в ту сторону, да? То есть вариантов у меня немного. Блин, охренеть, попадалово, ну. Даже здесь нельзя просто спокойно пройти. Вечно какая-то... Скотина будет мешать. Так, подойдите к демону сзади, удерживайте РТ, если хотите его... А, во, можно его убить, в принципе, да? Окей. На тебе, засранец. Так, Б. На, кусок говна. Короче, тогда окей, с ними можно справиться. Так, ну что ж, ребят, давайте, наверное, на этом серию завершим. Надеюсь, вам понравилось. Мне, честно говоря, игра очень сильно нравится. Такая своеобразная атмосфера, призрачная. Есть в этом немножко нуара, немножко детектива. В общем, все круто. Надеюсь, прохождение будет довольно занятным. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока.